Всем привет! 17 августа, Ялта. Вот столько людей. Прилично. На улице жара. Иду купаться. Иду по тенечку, прижимаюсь вправо. Очень жарко, очень жарко. Это принцип будет. Если я закрыл солнцем, это принцип. Очень жарко. Время 3. Все на пляже. Вот пляж, спускаться можно и купаться. Я пройду подальше, где поменьше народу. Такие столики. Стульчики симпатичные. Здесь интересно, здесь общие, что ли, они эти зонты? Он такой огромный, этот зонт, там 10 человек уместится. Он качели. Такой зонт стоит 45 тысяч. Один зонт. Ох, музыка долбит. Ликвидация. Вот еще один спуск на пляж. Я думаю, где все девушки? Они под зонтиками в стрингах это лежат. Под зонтиками. А это что здесь? Цветочки какие-то. Музыка играет, выключает. Что за праздник тут у них сегодня? Когда же все женщины платье подевают? Всю одежду мужскую поскупали. Черт побери, нечего купить в магазинах. Все женщины поскупали, всю мужскую одежду. Платья вон есть для вас, вон и покупайте их, юбки, платья. О, черт, у штаны наряжайтесь. Вот от этого отеля мы еще будем купаться. Хотя этот пляж ничем не отличается от других. Ничем, абсолютно. Просто здесь душ есть. Просто здесь душ есть. О, видите? Подруг встань, зачем встал рядом? Нормально, можно? Я пойду в тот отсек. В тот отсек пойду. Тоже народу много.
Парень сказал, вода 21, там он спасатель или охранник, или врач, хер его знает кто он. Говорит, 21. Я говорю, да ладно, 21. Ты что, говорю? Ну да, говорит, я и в Парковое ездил, говорит, там тоже 21. Я говорю, течение что ли было? Он говорит, нет. Как она оказалась 21, вообще понять не могу. Было 24 в субботу. 21 это вообще слабо, середина августа, сегодня 17 августа. Пошел я, короче, купаться, море чисто, я подходил сверху, глянул. Вот такие красоты здесь. Вот такие вот красоты. Сейчас здесь и будем купаться. Тут и народу поменьше. Вот здесь левее поменьше людей. Сейчас спустимся туда. Спасатель сидит, все как положено. Смотрите, вода чистяк. Чистяк вода. Я бокс забыл от этого. Да не то, что забыл. Я не думал, что вода чистая. И дома бокс забыл от GoPro. Чтоб понырять. Тут работают. Все. Вода чистяк. Да где же примоститься, а? Как я не люблю, когда это народу много. Ну да, в уголке. Да, вот здесь самое то будет. Вот здесь будет самое то. Да, все с фантастикой. Вода, ребята. Да где 21? Чего он гонит, я не пойму. Я не чувствую воду. Смотрите, какая чистая вода. Вот рука. Вот. Чего он гонит? Вот я окунулся спокойно, даже по голосу слышно. Да, 21 не так это. 21 воздух искал бы я сейчас. А можно меня тоже бросить? Меня 24, я думаю, по-любому есть. В интернете вообще написано 26. Так, водичка. Камеру положу и покупаюсь. Девчонка прыгает. Давай, прыгай тоже. Ныряй. О. Ну чё ногами-то? Надо с головой нырять. Чёрт ты здесь. Вон, видите, девчонка с головой ныряет, а пацан солдатиком. Видать, с города пацан. Городские вечно так ныряют. Солдатиком. Городские. Городские, городские. Это
Ну что, ну что? Виды здесь, конечно, козырнячие. Да? Скользко подниматься, да? Вон же... Скользко подниматься? Нет. Ну там же трава, правильно? Ну трава и трава. Да. Вон там скользко. Тут можно шандарахнуться, упасть. Там скользко. А-а-а. А, вот тут я. Хоба! Русо туриста деханте. Загаранте. Хулиганте. Офигаванте. Как лягушонок прям. Да, 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 точно. Давай, ныряй под водой. Вон, видите, ныряет под водой. Видите, его видно полностью. Молодец. Спасибо. Раньше я с этой камеры нырял, сейчас больше не ныряю, только с боксом, только с боксом. Такой камень здесь лежит. Девушка в наколочках. Виды здесь замечательные, да, отели. Начали греться, девочки. Thank you.
Почему последний? Потому что вчера я два раза.